Это будет на непонятном вам языке. Четвертое. Если мы будем играть слишком громко, вы будете, можете спокойно нам об этом сказать. И пятое. Там сидит человек рядом со шляпой. Вы можете приобрести нашу пластинку. Итак. Пластинку? Да я уже продался, я же вернулся. А могли бы и винил сделать. Начинаем винил. И вот винил я бы купил. It's going strong.
Шлыгов, пожалуйста. Walking down the water side. Написано не только нашим вокалистом Сашей Загладиным,
Ну и нашим партнерам, нашим другом Саше Айкинкину, который сейчас здесь с нами в зале. Саша, спасибо. Парадоксальная история, но вещь, которую мы собираем вам сейчас. На экран сразу перевод. Главное, зубы гитары не выбить самому себе. Носит удивительное название, потому что она называется «Дочь блюза». Жива здорова, Антон? Yeah.
закончено. Все отдыхаем. Мы даем вам возможность немножко поговорить, минут через 15 продолжим. Broken dreams. On the streets of melodies. Just an innocent and me. But what for? I'm looking for. Just a call from other side. Just a stranger in the night. Это вещь нашего нового второго альбома, который появится на свет цикла 7-4 апреля. И мы взяли вместе с Сашей Ахимкиным, который сейчас опять с нами здесь, вместе. Sonny Rose. На русский. See you.
Песня про маму в хорошем смысле. Песни.
forevermore. I do believe in Jesus Christ, and Him is coming fast. And yet the name of my sweet song is rock and roll. The song of freedom. Don't you know for whom your bell is ringing? I sing it's alright. Right, well, I don't want him to do.
strength and everything that keep us strong. So deep and then I see it alone, just like you. It's nothing that I said was strange, it's nothing that I did was wrong. So deep under my skin, I'm alone, I'm just like you. I'm just like you. Tell me why you wanna be so cool. Tell me why you wanna be so cool. Thank you.
В общем, на этом наша программа вроде бы должна закончиться. Да, но люди из зала просили что-нибудь повторить. Спасибо.
Не знаю, кто здесь что отмечает, но я отмечаю день рождения Шерон Стоун. Спасибо. Thank you.